Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее, разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Ephere. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Вот такой вот фейдинг. Сохраняем текстуру. Смотрим на результат. Да, еще момент один, надо апдейт делать. Maya бывает не обновляет. Вот что мне не нравится еще. Поэтому, ну-ка, тут уже другая маска, но она не обновляет почему-то. Это часто бывает. Дело не в Ornatrix, а в самой уже Maya. Поэтому я сохраняю сцену. И вот еще один плюс групп. Оно, группы сразу видно, апдейт. Так, сейчас закрою Maya и открою снова и посмотрю. Странно, открыл Maya. Короче, надо маску еще. Я вот не пойму, почему маска не заапдейтилась. Это очень странно. И сейчас я все-таки понимаю, что все же группами было удобнее. Мы наглядно контролируем длину, а не рисуем по 100 раз маску, поэтому... Что я сейчас сделаю и вам предлагаю, если вы повторяли за мной. Так как мы назначили Surface Comp после Hair from Guides, давайте я сейчас проверю, попробую до Hair from Guides сделать. В принципе, длина будет так, ну, то есть направление будет такое же. Все круто, ничего не поменялось. Поэтому можно было Surface Combo. Я сейчас открою ту сцену, которая у меня была. Это вчера я делал, 3 мая. Смотрите. Все-таки группы Lens мне нравятся больше. Вот сейчас я попробовал и понял, что это гораздо удобнее сразу наглядно делать и видеть. Можно, конечно, ченнелами. Но все же сейчас мне нравится больше то, что получается группами и ленсом. Поэтому я сделаю вот что. Я просто аккуратно продумаю группы по ленсу. Surface Comp показывается нормально работает. У меня был момент, почему я назначал после Hair from Guides, потому что более аккуратно, но судя по тому, что сейчас интерполяция работает лучше в Ornatrix, все группы мы оставляем, то есть не меняем, да, и назначаем Surface Comp.
Включаем Hair from Guides. Вы заметили, да, теперь Surface Comp до него. И просто вот здесь ставим там, допустим, 0,1%. В итоге будет меньше, но мы будем видеть все волосы. Вот. Опять же, с группы, да, хотим оставить. А что мы сделаем? Я сейчас временно. То есть, что, как? По новой их назначить не проблема. Конечно, можно сделать вот так вот, попробовать. То есть, чтобы группы оставить. Да, только bake. А, мы направление все равно меняем, поэтому... Ладно, делаем вот что. Выделяем снова группы. Хайдим. Это все выделяем. Потом я все поменяю. Так, эту группу не трогаем. Назначаем пятую, как я тогда делал. 5, 4. Цвет нравится больше. Здесь назначаем 8 снова. Вот. У нас есть такой вариант. Делаем unhide. Далее в Surface Comp мы просто... Что мы делаем? Направление настраиваем, естественно. Так. Кстати, с 0,1% работает очень быстро, как заметили. Ну, тормозов нет. То есть, вот так вот аккуратно это все дело настраиваем. Вот. На четвертую группу. Вот мы настроили. А здесь, кстати, так не видно. Ну, тут не важно, в принципе, вот так вот все делаем. Какая-то ошибка. Ну, не обращаем внимания. Вот. Здесь аккуратно продумаем этот момент. Вот так вот. И вот так. В принципе, все, направление более правильное. И сейчас я это все дело сделаю по иксу там. Помните, да, миру. Можно было это сразу делать, но не сделал, поэтому что ж теперь. Вот по иксу. Так, у нас все есть, симметрия есть, направление есть. Отлично. А теперь что дальше? После этого Surface Comp назначаем Edit Guides. Запекаем. Есть. Далее. Ornatrix Edit Guides. Назначаем вот сюда. На вот эту, ну, то она автоматом у меня выделилась, потому что было выделено. Другую группу, так как это 8, это будет 7. То есть те же самые группы назначаем по линиям. Вот. То есть я включаю снова. Надо в меше сейчас выбрать ту маску, которую я рисовал. Я уже забыл, как она там была. Вот, допустим, вот это мы рисовали. Ее можно загрузить. И здесь по группам разбить. Более продуманно. То есть взять гиды. И линию проверить мы... Ну, я не так аккуратно. Давайте все-таки я в квоте аккуратно нарисую эти линии и продумаю лучше эту форму. Потом назначу группы, и так будет
более эффективно. А здесь вот видим, что гидов не хватает, я их доработаю. А здесь вот продумаем все эти моменты более аккуратно. И мне кажется, будет круче. Зато мы сможем Glance контролировать сразу в вьюпорте в реал-тайм всю длину без всяких масок. Потому что, мне кажется, это все же удобнее. Тем более, у нас уже многое настроено, зачем их рисовать. Единственное, я сейчас линии себе нарисую, продумаю этот момент в квоте, чтобы было удобно. А, то есть, открываю квот, Paint, UV, Mapped, Mesh. Открываю мой Mesh, Scalp. А затем здесь Keep UV. Ну, в принципе, все. Окей. Вот он сразу с этой текстурой загрузился. А, потому что майка сохраняет это все в обж. То есть это как Vertex Paint, наверное, даже. Вот поэтому не обновляется текстура. А поэтому roughness на 100, чтобы у нас ничего не мешало. Вот. Прикольно, он даже лейеры сохранил, смотрите. Класс. То есть, если с майки в обж выгонять, он сохраняет все лейеры, которые у нас вот рисуем. Блин, круто. Ну, этот лейер я удалю. Не буду я его удалять. Я сейчас загружу ту маску, которую я рисовал. То есть, texture, import, color embedded map. Здесь загружу эту маску. Вот она, hair mask. Я ее загрузил. Ее, кстати, надо сделать, наверное, более аккуратной. Как раз в мае я так рисовал неаккуратно. Сделаем более аккуратной. То есть линию продумаем более, гораздо лучше. Понятно, что там под нее потом гиды подгоним. То есть я хочу сейчас аккуратно более все сделать. В коде есть классная штука Curves. Благодаря, то есть если нажать E и выбрать, вот допустим, то вы можете сделать вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Enter, если нажать. Получается вот такая вот аккуратная линия. Видите, да? То есть за счет этого можно вот сейчас взять и подрезать аккуратно. По асимметрии. Например, вот так. Раз. Видите, вот линия становится более аккуратной. Что-то можно с помощью E и обычного этого замазывать. Я думаю, понятно. То есть здесь, чем мне код нравится, что можно более аккуратные маски рисовать. Вот, за счет этого получается классный такой, классная линия. Так как я уже изначально не продумал этот момент, а я хочу сделать вот эту штуку. Смотрите, сейчас мод, чтобы он не уходил. OS on top. Что мы сделаем? Мы продумаем эту линию. Уже скальпа не хватает, поэтому я ее сделаю чуть-чуть дальше. Вот здесь вырез этот. Смотрите. То есть E, а кривую берем и вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, неаккуратно получилось. Вот, я сделаю так, а здесь... Я уже не помню, можно так делать. Я уже... Блин, почему ли... Короче, по новой сейчас нарисую. Я уже забыл один момент, как в кривых, по-моему, можно. Curves, Activate Curve Editor. Вот, здесь будет лучше. Сделаем вот так вот, смотрите. Раз, два, Enter. Подождите. Правая кнопка мыши, Apply Curves. Вот. Будет более аккуратно. Курвы здесь работают круче, чем просто кривые. Вот. Но нужно сделать меньше. Enter. Вот. А вот это дело мы закрасим. Аккуратно. То есть, как видите, можно сделать более аккуратную линию.
И этим мне код нравится. Вот. Здесь продумали. А теперь белым цветом, белым мелом на асфальте вот так вот сделаем. То есть уже эту линию продумали, потом здесь аккуратно надо сделать вырез. А кривую надо удалить эту. Блин, я уже все позабывал в коде, давно тут не сидел. Так, а если правая кнопка мыши? Вот, Delete Item, все, есть. А теперь смотрите, курс Activate Curve Editor. Рисуем вот такую вот кривую. Или, ну, мне нравится делать вот как, смотрите. А мы можем рисовать. Ну-ка, получится. Там, по-моему, правая кнопка мыши. Да, вот. А вот такой вот момент мы можем делать. То есть рисуем сначала вот такую кривую. Раз. Два. Три. Четыре. И правой кнопкой мыши нажимаем. Вот, это будет белый цвет. Apply Curves. Есть. Delete Item. Получили вот такой вот цвет. А теперь это аккуратно все косяки тут закрашиваем. Сейчас я. Че оно какое-то прозрачное? Спасите. Причем маску мы эту проработаем сейчас. Делаем плавный переход. Вот. Видите, да, как круто, аккуратно. Теперь здесь. Сейчас я. Здесь нужно подрезать черным. То есть меняем цвет на черный. Это клавиша V. Вот. Берем снова кривую. И таким вот образом подрезаем. Ну, дальше я не комментирую, я думаю, понятно уже, что получилась такая маска, ну, более аккуратная для роста волос. Но тогда мы работали с гидами, и нам нужна была четкая маска. Сейчас же мы работаем с волосами, и нам нужна более размытый тут переход. То есть, понимаете, да? Плавный. А поэтому увеличиваем радиус кисти. И шифтом это все дело разглаживаем. Вот таким вот образом. Если хотим сильнее размыть, больше увеличиваем и должно размывать. Но оно, конечно, не так работает, как в майке, но достаточно, в принципе.
этого будет. Я, конечно, уже 100 раз им пишу об этом, что увеличьте силу размытия. Но вот так вот. В Pencil, по-моему, сильнее даже. Нет, не так сильно. А ну, Airbrush. Короче, странно работает размытие. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы получить плавный переход. Более плавный. И также мы проработаем Lens. То есть, эту маску мы сохраним как Hair Mask. Вот, сделаем Textures, Export, Color Albedo Map. И в Source Images выбираем PNG. Hair Mask. И теперь нарисуем Lens маску. Опять же, этими линиями аккуратными сейчас все проработаем. Но, как вы поняли, я просто линии намечу. То есть, не буду рисовать маску, потому что мне удобнее все-таки в Maya по группам это контролировать там. Поэтому я просто линиями разобью. Так, я линиями разбил, как я хочу сделать маску фейта, да, то есть будет вот такой вот плавный переход группами, мы сделаем маску, то есть здесь вот, да, несколько вот таких вот, и будет, я думаю, отлично. Эту текстуру, Texture, Export, Color Albedo Map, PNG. Назову ее Lens. Все. Возвращаемся в Maya. В Maya, естественно, я сюда подгружаю Lens, чтобы был как референс. И по этому делу выровняю все гиды. Сделаю крутые маски. То есть будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 групп. Thank you.